Здравствуйте! Сегодня в программе «Круговой обзор» мы попытаемся взглянуть на мир под широким углом. И поможет нам в этом вот этот вот видеорегистратор. Конечно, выбор подобных устройств сегодня огромен. Но впервые увидев этот прибор, я, честно говоря, был поражен его универсальностью. Дело в том, что он немножко вышел за рамки простого видеорегистратора, и использовать его можно даже в повседневной жизни, ну, в качестве, к примеру, экшн-камер. Если выбирать прибор именно с точки зрения компактности, то тут именно камера небольшого размера становится самым необходимым атрибутом в автомобиле. Ведь если камера, кстати, весит она всего 92 грамма, компактна, то и места ей нужно немного. Отвечает эта малышка и всем современным требованиям по качеству картинки. Итак, рассмотрим, насколько удобен Mio Mavio M300 в качестве автомобильного регистратора. Кто-то скажет, у него нет экрана. Ну да, это можно назвать неким минусом, но, честно говоря, меня всегда поражали люди, которые завешивают все лобовое стекло приборами и в результате сужают себе обзор. Это прежде всего небезопасно. В штатном комплекте у этого приборчика лишь вот такой вот держатель. Он действительно не увеличивает размеры прибора. И самое главное, в коробочке, как я уже показывал, я обнаружил специальные пленки двухсторонние. Я могу поставить его просто на панель. Вот такой вот штатный держатель, оснащенный к тому же двухсторонней пленкой, позволяет прикрепить его на приборную панель и закрепить, собственно говоря, сам прибор. Согласитесь, что такая маленькая камера не перекрывает обзор и будет гораздо компактней, ну и более эстетично смотреться. Однако, если вы приверженец классики, то можно купить дополнительный держатель на стекло. Смотрите, я закрепляю его, вынимаю его камеру отсюда. Креплю прибор. Центрую его. Благо, шариковый шарнир на штатном держателе позволяет выбирать линию горизонта. И все, камера установлена. Однако производитель говорит о том, что компактные размеры батарейки позволяют бесперебойно использовать его лишь 2 часа, а если вам предстоит дорога длиной в 7 или 12 часов. В штатном комплекте есть зарядное устройство, которое вы можете подсоединить как USB-разъему, так и с помощью вот этого адаптера к бортовой 12-вольтовой сети автомобиля. Ну а теперь давайте покатаемся и посмотрим на качество картинки, которую дает этот прибор. Циклическая запись видео осуществляется этим видеорегистратором в высоком разрешении, то есть Full HD. Он записывает картинку с частотой 30 кадров в секунду и разрешением 1920 на 1080 точек. Угол обзора этой камеры 120 градусов, что, согласитесь, в общем-то, более чем приятно. Я только что рассказал вам о том, как использовать этот прибор Mio Mavio M300 в качестве автомобильного регистратора. Ну а сейчас я расскажу вам о том, как использовать этот небольшой прибор в качестве экшн-камеры. К примеру, вы владелец макси-скутера, и сейчас мы разберемся, как же присоединить к этой сложной технике эту камеру. А поможет нам в этом Вадим Леднев. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
Вадим, благодаря множеству крепежей, вы как опытный мотоциклист, ну, собственно говоря, мы сегодня будем ездить не только на макси-скутере, но еще и на мотоцикле. Сейчас мы попробуем с помощью всех приспособлений, которые предлагает производитель, попытаемся, ну, как-то совместить эти два прибора. Макси-скутер и камеру. Производитель гарантирует работу этого прибора в течение 2 часов. В принципе, много это или мало, на ваш взгляд? Этого вполне достаточно, потому что более-менее опытный мотоциклист Москву от одного конца до другого проедет за полчаса. Практически можно проехать 4 раза на одной зарядке. Однако, если этого времени будет недостаточно, производитель уже в базовом комплекте предлагает зарядник. Самое важное, что мотоциклисты у нас, как правило, самые незащищенные от непогоды люди. И я думаю, Вадим со мной согласится в этом. Так вот, все здесь влага защищено. Я могу открутить заднюю часть прибора, подсоединить USB-разъем и запитать его через сетевую розетку. Тогда прибор будет работать практически вечно. Ну, с питанием мы вроде бы разобрались, и это, на мой взгляд, все-таки дело 10-е. А вот теперь мы посмотрим, насколько действительно универсальны те крепежи, которые предлагает производитель MIO MyView M300. Однако, все равно, в любом случае, и со мной, наверное, согласятся все владельцы двухколесной техники, идеальным является крепление этого прибора именно на шлем. Сейчас мы посмотрим, как это можно сделать. Благо, в комплекте, уже в базовом комплекте, идет достаточное количество креплений. Двухсторонний скотч позволяет зафиксировать камеру на шлеме как сверху, так и сбоку. Сейчас мы продемонстрируем, как это можно сделать. Универсальный держатель, который крепится к этому же универсальному креплению. Отрываем пленку и закрепляем все это на шлем. Фиксируем камеру. Кстати, можно изменить даже угол, благо крепеж это позволяет. Кстати, Вадим, у этой камеры есть еще очень важный момент. Дело в том, что при включении ее она издает 3 таких зудящих вибросигнала. А если мы включаем камеру, она также вибрирует. То есть вам не надо снимать шлем или еще раз смотреть, включена ли она или нет. Плюс, естественно, полная влагозащищенность. И я думаю, что сейчас мы покатаемся, и потом Вадим расскажет о своих впечатлениях, о том, удобно ли пользоваться подобной техникой. Да, действительно, камера очень легкая, никакого нарушения аэродинамики нет, не шумит. И очень понятно, когда ее включаешь, вибрация раздается так, что все понятно, в каком она режиме находится. Можно установить камеру и на руль мотоцикла, благо крепежей уже в стандартной комплектации предостаточно. Почему еще удобно крепить MIO M300 на шлем? В случае, если автомобилист повел себя неадекватно и, к примеру, спровоцировал аварийную ситуацию, вы всегда сможете запечатлеть не только его автомобиль, регистрационный знак, но и лицо. А теперь испытаем девайс в экстремальных условиях. Грязь и вода помогут нам в этом. Я уже рассказывал вам о том, как использовать MIO MyView M300 в качестве автомобильного регистратора на автомобиле, мотороллере и мотоцикле. Однако возможности этого прибора практически безграничны. Ввиду своих компактных размеров и влагозащищенности, он подойдет не только автомобилистам, но и любителям экстремальных видов спорта. Универсальное крепление позволяет адаптировать этот прибор практически для любого транспортного средства, причем не только транспортного. Ну вот смотрите, он закреплен сейчас на каркасе безопасности. При этом шаровидный шарнир позволяет изменять угол наклона
камеры. То есть мы можем снимать как и объекты, находящиеся перед нами, так и колеса. Ну, что кому больше нравится. Сейчас я попробую закрепить его в качестве плечевой камеры. Конечно, вы его испачкаете, но замечу, что камера действительно имеет влагозащищенный корпус, а это очень важно. Но наиболее правильным будет, на мой взгляд, все-таки закрепить эту камеру на шлем. Вы фактически, она будет вашим третьим глазом. Вы будете видеть, что творится впереди, сбоку. Вы можете посмотреть на панель приборов, но это сделает видео, может быть, более интересным и захватывающим. Зима, и любители активного отдыха расчехлят свои лыжи и сноуборды и отправятся кататься. Впрочем, жители Москвы и области могут делать это круглогодично. Но в любом случае, прибор станет им хорошим спутником. Возможность закреплять его практически на любой поверхности, компактность и малый вес расширяют область применения этой камеры и позволяют запечатлеть массу прекрасных моментов вашей жизни в любых ситуациях. Кстати, камера может работать не только видеорегистратором. Если перевести этот флажок в режим фото, то она станет обыкновенным фотоаппаратом. Стоит Mio Mavio M300 гораздо дешевле, чем аналогичные камеры. Ну, а его компактные размеры, сопоставимые, наверное, с карманным фонариком, позволяют использовать его практически везде. Всего вам доброго. До свидания.